В Казахстане отмечают День спасателей. В Уральске с профессиональным праздником виновников торжества поздравил аким города Абатшыныбеков. Он отметил нелегкий труд спасателей, их самоотверженность и значимость для всей страны. Работа спасателей и представителей силовых структур всегда отличалась особой отвагой и героизмом. В этой сфере сможет работать далеко не каждый. Аким Уральска Абатшыныбеков отметил значимость профессии и то, что за годы независимости в стране сформировалась мощная и оперативная система реагирования. Трудно переоценить важность и значимость того дела, которое каждый день, каждая часть выполняют спасатели и пожарные МЧС Республики Казахстан, рискуя собственной жизнью. С каждым годом все шире становится круг вопросов, все сложнее задачи, которые приходится решать по обеспечению безопасности граждан. В прямом смысле прошедшие через огонь и воду и еще кучу препятствий на пути к обеспечению безопасности населения, сегодня спасатели осваивают новые технологии, и по-прежнему они рискуют своей жизнью. Всем известно, что в этой сфере работают и женщины. Порой они выполняют работу практически наравне с сильным полом. Я работаю диспетчером в службе спасения уже порядка 8 лет. Моя работа заключается в том, чтобы быстро среагировать на поступающую информацию о каких-либо происшествиях и правильно скоординировать состав. От нашей работы очень часто зависит чья-то жизнь. Это большая ответственность, и я рада, что сегодня в профессиональный праздник наш труд отмечают. Марина Горбук, Айбуа Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.